Осень нередко называют порой зрелости, и не мудрено. Именно в это время года заканчивают собирать урожай, пожинают плоды своего труда и оценивают то, насколько он был эффективен. Вот и Артемовская детская художественная школа номер 24 с высоты своего 25-летнего существования оглядывается назад, не забывая сделать очередной шаг вперед. У меня столько вот эмоций, я вас так рад сегодня видеть. Прямо вот душу захватило, увидел детей, которые вот учились 5 лет назад, которые учились 10 лет назад. Я как будто это было вчера. Очень рад вашим добрым глазам, вашим восторгам. Мы очень рады, еще раз повторюсь, видеть вас. И добро пожаловать обратно в родные стены. Несмотря на прошедшие годы, любое учебное заведение и художка не исключение имеют одну важную особенность. Каждый раз, с каждым новым первым классом, она омолаживается, и этот цикл продолжается бесконечно. Словно дерево, которое осенью сбрасывает листья, а весной зеленеет вновь, это учреждение постоянно обновляется. При этом всегда важно помнить, что без надежных корней никакое, даже самое сильное дерево, не сможет устоять и продолжить расти и развиваться. Я хотел бы поздравить всех, тех, кто начинал, тех, кто сейчас работает, кого с нами уже нет, кто начинал работать, с праздником, юбилеем, 20-летием начала работы школы. Мне бы хотелось пожелать вам всем, молодым художникам, преподавателям, тех, кто здесь трудится, а трудится здесь замечательный, интересный, художественный коллектив, пожелать успехов и в дальнейшем совершенствовать свою работу. У художки множество друзей, которые не только выражают слова благодарности, но и дарят творческие подарки. Юбилей – это праздник не только для коллектива художки, но и ее выпускников разных лет, которые, несмотря на свои дела и заботы, все же смогли вырваться из будничной рутины, чтобы поздравить своих наставников. И оказаться в многих стенах, надеяться, что будет продолжать свою деятельность, и все будет отлично. Художественная школа для нас сыграла очень большую роль именно как профессиональная ориентация, и наши профессии связаны именно с искусством. Большое спасибо. Поздравить именно с этим юбилеем и сказать вам огромное спасибо. Именно здесь, именно художественная школа послужила задатком того, что я дальше пошла по этой специальности. Здесь я получила очень много интересного и очень много знаний. Спасибо каждому. Однако поздравлениями дело не обошлось, и выпускникам пришлось вспомнить свои школьные годы, отвечая на каверзные вопросы ведущей. Шутили ли вы над своими учителями? Нет. Конечно, нет. Это правда. Мы только над собой шутили. И приличные у нас, конечно. Шутили. Хорошо. Так, следующий. Вы вызывали ли вас директором? Да. Родителей вызывали? Не вызывали. Ну, порядок.
Что важно, многие из нынешних выпускников продолжили свое обучение и выбрали профессии, непосредственно связанные с изобразительным и прикладным искусством. Ну а тем, кто только переступил порог художки, еще предстоит познать тонкости рисования, черчения, живописи, компьютерной графики и многого другого из того широкого спектра дисциплин, которые предлагает к изучению эта школа. А пока они пробуют себя в творчестве устном, и, надо сказать, у них уже отлично получается. Художка – наш родимый дом, и без нее мы не проживем. Знает точно каждый ученик, без искусства мир тускнеет вмиг. У нашей школы нынче юбилей, спешим ее поздравить мы скорее. Пускай любят школу все ученики, и будут уроки простые легкие. И всем работникам почет и уважение за труд нелегкий, вам благодарение. Основа любого учебного заведения – его коллектив. В ДХШ номер 24 этот коллектив создает творческую атмосферу, всегда готов на смелые эксперименты, и хотя тема рисования для него особенно близка, раскрывает он ее с помощью самых разных методов и инструментов. Просто линия, кривая, кость. Есть резинка, подруга в бою. Раза с пятого выйдет, небось. На листе я квадрат создаю. Пополам, еще раз пополам. Я делаю пресловутый квадрат и скользит по соседним столам, по рисункам соседнего звезд. Среди гостей праздника особое место заняли учредители и социальные партнеры ДХШ номер 24. С подарками и поздравлениями пришли представители Артемовской библиотеки, исторического музея и, конечно же, управления образования. Детская художественная школа номер 24 со дня своего основания на территории Артемовского городского округа – это крепкий, настоящий гарант высококачественного художественного образования для наших подрастающих поколений. Уже не одно поколение художников выросло в этих замечательных стенах. Растут настоящие творческие династии. И это прекрасно, что родители приводят сюда обучаться уже своих детей. В числе социальных партнеров художки – наша телекомпания, которая уже много лет сотрудничает с юными творцами и их наставниками, стараясь показать тот чудный мир, который открывается за порогом этой школы. 25 лет для учреждения – срок относительно небольшой. Но если сравнивать его с человеческим, сейчас наступает пора, когда уже накопленный опыт нужно реализовывать и в полной мере показать то, на что способны талантливые артемовские ребята и увлеченные своим делом педагоги, которые всегда готовы поделиться своими знаниями, душевной теплотой и пониманием прекрасного.